Ишимский агрохолдинг «Юбилейный» запускает новую серию куриной продукции. Уже в первых числах октября на прилавках города появятся сардельки, сосиски, вареные колбасы и деликатесы. Всего 8 наименований продуктов из птицы. Покупать сырье планируют у тюменских производителей, тем самым окажут поддержку другим сельхозпредприятиям. Есть сырьевая база для этого, то есть на территории Тюменской области. Это у нас есть Пушминская птицефабрика, Боровская птицефабрика, Каскаринская, которая может вполне закрыть объемы по производству. Если будет все в порядке, возможно, будем рассматривать и свою производственную площадку по курице. После успешных тестовых продаж к концу года Ишимский мясокомбинат планирует довести объемы новой линии до 30 тонн в месяц.